Минпромторг выдвинул инициативу по возрождению рынков. Продавать там свою продукцию сможет любой желающий. И фермеры, и садоводы, и огородники, и обычные граждане. Сейчас такие рынки почти исчезли под напором торговых сетей и составляют всего 4% торгового оборота страны. Спросим у саровчан, нужны ли сейчас такие рынки и почему. Наверное, как-то больше по магазинам, скорее всего. Просто сейчас хотят тут возрождать рынки снова. Как считаете, актуально ли это? Будет популярно? Ну, возможно, для кого-то и будет популярно. Кто пользуется часто рынками, возможно, и будет. Нет, не пользуюсь. А почему? Не знаю, все в магазине и через интернет. Кто-то на рынках ходит или на рынок? Да. А что там покупаете? Какую продукцию? Овощи. Сухофрукты покупаю, для дачи огород покупаю, рыбу покупаю, молочку. Ну, не так часто. А почему именно там, почему не магазины? Ну, и в магазинах покупаю. Там я, конечно, бываю очень редко, если там вот идешь мимо, заезжаешь, так. Основная цель появления такого формата рынка – обеспечить продовольственную безопасность страны, создать новые рабочие места и стабилизировать цены за счет конкуренции. А чтобы встать за прилавок, не нужно оформлять ИП или юрлицо. Ходим, обязательно. Что там покупаете? Какую продукцию? Продукцию покупаем. Картошку, хлеб, фрукты, овощи, все, мясо, творог. А почему именно на рынке? Потому что там продукция более-менее такая свежая, вкусная. Цены сейчас, пожалуй, везде одинаковые будут. А что лучше, не знаю. И на рынке также обманут, и в магазине также, на мой взгляд. Хожу. А что там покупаете? Сухофрукты покупаю, мясо покупаю. Что еще покупаю? Рыба дорогая. А почему рынок, не магазины? Ну, потому что сухофрукты, там лучше ассортименты. Мне больше нравится. Если сейчас будут возрождать рынки, будете ли по-прежнему ходить? Или, может быть, даже расширите ассортимент? Возможно. По ситуации, по ценам. Несмотря на активное распространение торговых сетей и интернет-магазинов, некоторые саровчане все-таки не забыли дорогу на рынок, но предпочитают там покупать именно продовольственные товары. Другая же половина опрошенных горожан все-таки привыкли закупаться в магазинах.